Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится видеорегистратор Motorola MDC500GW. И сейчас мы разберемся, как же все-таки сделать фотку на данный девайс. Итак, для того, чтобы сделать фотографию на это устройство, нам нужно нажать на стрелочку вверх. По характерному звуку понятно, что только что была сделана фотка. Можно еще раз повторить. Вот. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч.